салат из баклажанов с базиликом и чесноком. Это простой итальянский рецепт, вегетарианский. Нам нужно помыть баклажаны и хорошо высушить бумажным полотенцем. Потом порезать каждый баклажан на 4 части в длину и каждую часть еще в поперек нарезать уже по длине, которая вам подходит, как вам нравится. В сковородку налить подсолнечного масла, разогреть его хорошо и обжарить баклажаны со всех сторон, можно под закрытой крышкой. Когда баклажаны приобрели вот такой золотистый цвет, выкладываем на салфетку, чтобы ушло масло от жарки. Потом нам понадобится оливковое масло, листья базилика, соль и чеснок. В глубокую салатницу выкладываем пожаренные баклажаны до золотистого цвета. Солим. Кладем чеснок. Базилик, листья. И поливаем все оливковым маслом. Хорошо перемешать. И наш салат готов. Лучше, чтобы он постоял несколько часов. Час-два. Вообще-то на второй день он еще лучше, вкуснее. И приятного аппетита! Если понравился рецепт, ставьте лайк. Подпишитесь на канал, смотрите мои еще другие видеорецепты. И спасибо большое за просмотр.